Управление капитального строительства сообщает о завершении капремонта детского сада номер 44 на улице Силкина. На сегодняшний день все работы закончены, и департамент образования приступил к подготовке учреждения к приему детей. По условиям проекта выполнен не только конструктивный ремонт здания, но и завезены и установлены новые малые архитектурные формы, игровое, медицинское, кухонное и сантехническое оборудование. Отремонтировано помещение бассейна. Прием воспитанников планируется начать в марте текущего года. Детский сад номер 44 предназначен для детей с особенностями развития. Ученик 6 класса лицея номер 15 Сергей Дыдыкин выиграл олимпиаду по английскому языку, набрав 100 баллов за самое короткое время. Всего же во Всероссийской олимпиаде «Навыки 21 века» приняло участие более 2000 школьников Нижегородской области. Проект сфокусирован на тех навыках, которые основываются на базовых предметах – английском языке, математике, информатике и могут развиваться в школе. Прокуратура Сарова опубликовала пресс-релиз, посвященный подведению итогов прошедшего года. Всего сотрудниками было выявлено 1284 нарушения закона. Из самых примечательных эпизодов отмечу следующие. Благодаря работе прокуратуры удалось взыскать с директора ООО «Сарус» более 5 миллионов рублей долга по заработной плате. Разобраться с ситуацией по невыплате стимулирующих выплат на сумму свыше 300 тысяч рублей педагогам детской музыкальной школы имени Балакирева и обязать управляющую компанию «Уютный город» пересчитать неверно выставленные суммы за отопление для жителей многоквартирных домов. Информационное агентство «Зато новости».